мы посвятили сегодняшний обзор новому ноутбуку с долгоиграющей батареей Acer Aspire Timeline X 5820TG. Из коробки мы достаем сетевой шнур, адаптер питания и батарею, а также гарантийный талон и краткое руководство пользователя. Оформление у Acer Aspire 5820TG классическое. Гладкие пластиковые панели цвета графита выглядят очень стильно и приятны на ощупь. Качество сборки у него отличное. Все стыки выполнены аккуратно, крепление надежное и ноутбук оставляет ощущение добротной вещи. Клавиатура у лэптопа черная, островного типа с мягким ходом. Есть у нее и нампад. Из дополнительных кнопок мы видим переназначаемую клавишу быстрого доступа и кнопку открытия DVD-ROM. Последняя помогает избежать случайного выезда каретки при переноске. У тачпада отличный отклик. Он немного утоплен в рабочую панель, а его клавиши управления спарены в одну. Динамики системы Dolby Home Theater спрятаны под мелкой сеточкой. Экран у нашей модели глянцевый, широкоформатный, с диагональю 15,6 дюймов и LED-подсветкой. Соотношение его сторон 16 к 9, а разрешение 1366 на 768 пикселей. В нашем лэптопе стоит процессор Intel Core i3-370M с частотой 2,4 ГГц. У него немало оперативной памяти, 3 ГБ, и изрядно место на жестком диске, 500 ГБ. Видеокарта здесь сильная. Это дискретная от T-Mobility Radeon HD 5470 с 512 МБ собственной памяти. Автономность ноутбука нас очень впечатлила. Обычная 6-ячеечная литий-ионная батарея держит заряд более 8 часов. Благодаря энергосберегающей технологии Acer Power Smart. На левой панели расположена вентиляционная решетка, разъемы для наушников и микрофона, USB, LAN, HDMI и VGA разъемы. Слот для карт памяти форматов SD, MMC, MS, MS Pro и XD расположен спереди. С правой стороны размещены оптический привод DVD мультирекордер, 3 USB разъема и гнездо для блока питания. Установлен здесь и модуль Wi-Fi новейшего стандарта 802.11n со скоростью передачи данных до 480 Мбит в секунду. Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной 64-битной операционной системой Microsoft Windows 7 Home Basic. Среди ее преимуществ – возможность расширения оперативной памяти до 8 ГБ и одновременная работа с двумя мониторами. С этой ОС идет и софт, который дает возможность приступить к работе сразу после покупки. Это Microsoft Office Starter 2010, включающий в себя Microsoft Word и Excel, триальная версия антивируса McAfee и программы резервного копирования Norton Online Backup и Acer Backup Manager. Acer Aspire Timeline X 5820TG – ноутбук с прекрасным дизайном и производительностью. Из минусов отметим, что громкость динамиков могла бы быть чуть выше. Несомненный плюс – поразительная автономность, как для лэптопа такого веса и размера. Также нам понравился большой жесткий диск и яркий глянцевый экран. В целом, перед нами ноутбук, хорошо оптимизированный для задач, требующих больших затрат ресурсов.